тюльпанчики расцветают. Уже расцвели, видите? Ну, холодно на улице, похолодало. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Я всех приветствую на своем канале, где я худею с большого веса. Видите, утеплилось, похолодало. Ой, хочу сходить пройти в магазин, немножко растрястись после завтрака. Купить кое-что хочу. Купить авокадо завтра на завтрак. Вот. И пойду в магазин пройдусь. Так немножечко вам снимаю. Вот пришел мой вредный котенок. Персик. Что ты уже ел? Где ты уже ел? Бегает вот. Домашнюю не ест. Еду. Сухой корм тоже не хочет. Сейчас пойду тоже куплю ему корм. Влажный. А то где-то бегает, что-то облизывается. Так что, девчоночки, пошли и ходить, и по делам. Ну, девочки, я пришла. И хочу сказать, что сегодня пятница. Отчетный день у меня. И отчитываюсь вам за свой вес. Сколько все-таки я наела на праздники. Хотя праздники еще не закончились. Еще будут праздники. Еще будут завтра день рождения у сестры. И следующий четверг у меня. Поэтому праздники еще идут. Ну ладно. Смотрите мой вес. Итак, девочки, взвешиваемся. Ну вот, 115 700. Итак, мой вес 115 700. А на той неделе был 115 100. Плюс 600 грамм. Вот. Вот так я отметил праздники. Ну, это поправимо, девочки. Вот так вот я и худею. То плюс, то минус, то плюс, то минус. То и иду вот так. Потихонечку, но все равно иду. Сейчас, конечно, у меня нет таких прям результатов. Прям вау, пошло, пошло. Нету. Но все равно какие-то есть. Все равно какие-то успехи у меня есть. Немножечко стоит. И килограмм снизится и стоит. Килограмм снится и стоит. Можно даже прибавиться. Ну, вот как-то так вот у меня, как качели они туда-сюда, туда-сюда. И постоянно с каждой точки вот доходишь до... Вот 116 сдвинули, 115. Никак вот не могу сдвинуть. Вот сдвигаю, но никак не получается. Ну, и ничего. Будем стараться, все получится у нас. Поэтому смотрите. Тарелочки. Скажете, сразу забегая вперед, скажете мало. Девочки, не мало, потому что я, вот, допустим, съела яблоки, я их не стала их снимать. 300 грамм яблок. Оно идет уже тоже. Калорийность, конечно, маленькая, но идет. Граммовка уже идет, присутствует. И чтобы мне вот сейчас хочу просто, чтобы не перебирать ни граммовку и не перебирать калорийность, которая мне нужна. И вот сейчас я стараюсь ничего не перебирать. И надеюсь, что все у меня получится, и все у меня пойдет. Сейчас ходьба, прибавилась ходьба. Сейчас посадки начнутся, так что я надеюсь, вес пойдет вниз. Но я очень этого хочу, и думаю, оно так и будет. Я хочу... Хотя бы 110 увидеть, вот, летом, а может быть даже меньше. Ну и вот стараюсь, и не получается, но ничего страшного, получится. Так что смотрите мои тарелочки. Хороших вам просмотров.
Всем доброе утро, девочки, и это сегодня мой завтрак. Гречневая каша с овощами. Цикорий с молоком. И с заменителем сахара. Я уже показывала, мне очень нравится вот такая вот штучка. Она с подсластитель с пребиотиками. Вот. Не... Ну, похож на сахар, и 0 калорий написано. Ну, мне нравится, просто я вам показываю, с чем я пью в последнее время. Чай, кофе. Ну, кофе я сейчас стараюсь не пить, цикорий. И вот, и кашка. Вес моей порции 220 грамм. Да, девочки, скажете, мало, ну, раз я прибавила, значит, нужно убавлять вес. Немножечко, и просто хочу уменьшить порцию чуть-чуть. Не калорийность, а порцию. Так что всем приятного аппетита. Так, девочки, это мой обед. Здесь у меня 120 грамм куриного филе. Тушилось оно с молоком. Водичка с молоком. И специи чуть-чуть. Такие, которые не с красным перцем. Вот такой вот. И зеленым луком. И спагетти из кабачка. Овощные спагетти с кабачком, с помидорчиком, с чесночком. Очень вкусно. Я уже показывала на своем канале, как их делать. Очень вкусно, быстро. Вес моей порции 300 грамм. Всем приятного аппетита. Вот мой легкий ужин. 220 грамм. Курица и помидорчики. Потому что так надо. Мне нужно немного еды сейчас на ужин, чтобы не перебарщивать. Так что всем приятного аппетита.